на 2 месяца до 28 мая 2024 года. Удовлетворение пожалуйста, обвиняемой стороны защиты об избрании порядка запрет определенных действий об отложении судебного заседания и продлить эти 282 прим.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ваша честь, я жду, я вам отправлю номер своего лицевого счета, чтобы вы с вашей огромной зарплатой федерального судьи подогревали мой лицевой счет, потому что деньги у меня заканчиваются, благодаря вашему решению. Господи, слава тебе.